Всем привет, дорогие друзья, с вами Дриди, добро пожаловать в игрушку Блокпост. Надеюсь, ты меня поддержишь, пальцем вверх. Дед Мороза убили. Ну ладно. Это был всего лишь костюм. А, let's go, ребят, погнали. Тоже, если не подписан на мой канал, обязательно подпишись, потому что там будет много чего интересного скоро уходить. Так, ну... Да, чтоб тебе надо быть внимательнее. Хорошо. Постараемся быть внимательнее. Так, я играю за какую команду вообще? Я играю за красных. Ну, в принципе, на равных примерно мы соревнуемся. Блин, кто тут канал сделал? Так, ладно, окей. Ха-ха-ха. Готовый. Довольно-таки классные карты, смотрите. Ух ты, что там кто-то упал. Так, нужно быть осторожней. Снайпер, смотрите, там снайпер себе будку сделал и оттуда стреляет. Довольно круто. Тут, смотрите, многоэтажка есть, обалдеть. Тут прям целый город. Зачем ты делаешь эту вышку? Зачем все делают вышку, не знаю. Легко же снять с нее. Отлично, двоих. Вон я вижу еще одного. Блин, я тоже хочу на эту вышку подняться. Как они на нее поднимаются? Коттеджик. То есть зайдем внутрь. Сейчас зайдем внутрь этого коттеджа. Уже хочется зайти. Только нужно быть осторожнее. Блин, молодцы ребята, кто сделал эту карту. Думаю, это было нелегко. Так, поднимаемся. Так. Отлично. Сейчас сюда можно будет спрыгнуть. Ладно, уходим. Ух ты. Так, мы на ветке. Ребят, на дереве. Давайте сюда пойдем, посмотрим, что там. У нас есть лопата. Так, отлично. Эти лестницы наверх. А, мы не туда пошли, вот она. Вот эта вышка, ребят. Так, поднимаемся. Тут прыгать, мне нравится, что тут прыгать. Не обязательно, тут сам поднимаешься по лестнике. Так, и в принципе, вот она, сторожевая вышка, ребят. Если у вас снайперская винтовка, отсюда очень хорошо снайперить. Да, хорошее место очень. Мы прям респу видим. Так, вон там кто-то еще ходит. Ладно, погнали-ка мы. Благо от падения повреждений нету. 30 патронов, ну-ка, это интересно, что такое. Отлично, поднялись. Давайте наверх также поднимемся. А, вот он, балкон. А, мы на крыше. А вот она и многоэтажка. Блин, фигово дело. Сколько я снял? 9. Тс. Ладно, 47 секунд еще осталось. Забавная карта, мне нравится. Тут же проходики всякие. Так, осторожно. Нужно быть бдительным.
Замечательно. А, все закончился, я его увидел. Давайте выйдем. Так, задание уже на 16% сделано. Хорошо. Продолжим играть. О, теперь в лесу будем играть. Нужно калашников взять. Так, погнали. Хочется уже другой коллиматор взять. Ну, потом левел посмотреть, может быть, можно действительно уже новый коллиматор одеть. Так, двое готово. Ой, они только-только появляются. Сзади я не заметил его. Ну ладно. Сейчас мы покажем. Попробуем обойти вообще. Отлично, готов один. На второй. Еще один готов. Где-то там был. А, у меня калашников. Блин, они поднимаются наверх. Кто-то сбоку меня убил. Ну ладно. Калаш будет посильнее. Да чтобы. Такая хорошая позиция, там можно килов набить. У меня 8 килов, не так-то уж и много. Кто-то меня палит. С двух патронов убивает. Кто-то меня палит. Он с двух патронов убивает. Так, залазим. Так, что ты? Сзади, представьте себе, сзади. Походу его уже убили. Да уж. Я вижу его, вижу, вижу. От него остались только крысы. Позицию бы занять. Я там еще одного видел. Да в голову стрелять. Нормально, шестерых. Не будем жалеть патронов. Действительно, что за... Зачем их жалеть? Я думаю, так же обойдем сейчас. По лесу. Что там такое интересное? Мальчик. Неужели я на их не базе? Так, а что там? Что там впереди?
хорошее место. У меня 6%. А, я его убил, да, он меня. Может друг друга убивать. Тут читаки пишут. Нет, тут, по-моему, нет читаков. У меня калашников. Калашников очень сильный. Слишком мало фрагов делаю. Эх. Долго нам еще до кейса нужно играть. Кстати, представьте, в бочину прям. Сзади. Они уже пробрались на нашу базу. Найдем его, вот он. Слышь, 20%. Так, мы стали проигрывать. Блин, ну это сложно. Сильные противники мне попались. Ну ё-моё, как их обойти? Все они накопали тоннели. О, арка. Блинский черт. Все они выиграют. Достойная команда. Все них. Прямо с другой стороны обойти. Садилают. Теперь они не пройдут. Он выжил еще. Команда синих победила. Ну ладно. Мне самое главное выполнить это задание.
получается 180 уже убил, 18% у нас. Я даже не знаю, где можно поиграть еще. Тут сервера пустуют. Опять этот город мне нравится. Вон там бегают, смотрите. Через окошко выползти. Там наш привет. Можно выше залезть. О, мы на чердаке. Классно. А там наши. Ой, я вижу одного. Еще одного увидел. Отлично. Так, в общем, место мы нашли. Еще вот на эту вышку залезть. Все, отлично. Думаю, так и сделаем. Вообще, что-то кто-то был. Куда он делся? Ладно, надо выше подниматься. Так, поднимаемся выше. В принципе, не обязательно лезть на самый верх. Единственное, я бы заделал эту лестницу. Она опасная. Все, мы забетонировали ее. Блин, я не вижу никого. Вон они оттуда появляются. Это их не база. Надо повыше залезть. Так, в принципе. Нифига себе, что я нашел. Место, где они ныкались. Так, хорошо, тут надо так плотно забетонировать. Зачем я бетонировал? Он меня нашел. Блин, я так старался. Такое место нашел. Как же я наткнулся. Так, бежим. Как он... Тоже мне нашел, блин, укрытие. Пять минуточек, где играем как раз. По-моему, вот это такое место было. Убрали. Идем наверх.
Жесть. Да, я на том верху. Блин, зачем я бетонирую? Ё-моё, достали вы. Вообще нагло на нашей базе стоит. Ну пипец. Надо уже занять эту позицию. Она хорошая. Там база просматривается. Но мне не дают ее захватить. Сейчас зайдем через эту дверь. Так, поднимаемся. Куда они лезут, если я там все закрыл? Так, осторожно. Хорошая позиция очень. Не хотелось бы ее потерять. Отлично. Лезет, лезет, я слышу. Ну давай, лезь, лезь, лезь. Сейчас мы тебя поймаем. Это ё-моё. Прорывает, смотрите, прорывает прям тоннель. Да, нормально. Блин, полторы минуты жалко осталось. Минута. Ах ты, нифига себе, я полетел прям как. Такой хороший пост держал. Добил меня. Добил. Ты просто добил. В смысле, добил. Двое, блин. Отлично, двоих. Те, которые меня убили. Отомстил. Ну все, закончилась игра. И у нас, ребятки, 20%. 20% еще немножко, и мы доберемся до заветного сундучка. Так, ну-ка, а что у нас тут?
Нужен четвертый левел. А у меня второй только. Скоро третий будет. О, смотрите, третий левел, скоро будет четвертый. И будет новый коллиматор. Отлично. Посмотрим на него. Смотрите, немножко осталось совсем. В следующей серии, думаю, докачаем. Мы с вами в Мадриде. Всем до скорого. Пока-пока.